На американском телеканале GSN TV появилось новое реалити-шоу знакомств. Но на этот раз оно в первую очередь для христианской аудитории и называется «It Takes a Church». Для этого требуется церковь. Эта программа похожа на знаменитое шоу «Холостяк». Но в данном проекте сузить круг соперниц жениху помогает церковная конгрегация. Для холостяка Рэнди из штата Аризона шоу закончилось тем, что он нашел свою любовь. До участия в шоу молодой человек никогда не ходил на свидания с девушками. Целоваться во время шоу, как это делают в программе «Холостяк», не нужно. И гораздо больше внимания во время съемок уделяется разговорам, которые помогают понять друг друга и определить, насколько люди близки по интересам.